Один из главных объектов, подлежащих сдаче в этом году, Московская набережная столицы республики. Напомним, что реконструкция ведется уже третий год и разделена на несколько этапов. Финансирование ведется из трех источников – федерального, республиканского и муниципального. Общая протяженность набережной – около 6 километров. Большая часть уже благоустроена. Уже второе лето на Волге в любую погоду – столпотворение. Горожане купаются, играют в волейбол, катаются на велосипедах. Не пустуют и детские площадки. Правда, в социальных сетях до сих пор не утихают дискуссии по поводу эстетического вида и дизайна набережной. Некоторые пользователи упрекают архитекторов во вкусовщине и отсутствии современного взгляда на благоустройство территорий. Но это, как говорится, на вкус и цвет. Аукцион на благоустройство выиграла организация «Автодор». Хотя и обещали подрядчики в сентябре кинуть на важный объект все силы, но сроки все же сдвинулись. И теперь городские власти называют дату 1 декабря. В выходные на набережной работали всего несколько человек, а на информационном щите конкретный срок сдачи объекта исчез. Остался только 2018 год.